Теперь меняем тему. Завтра в Астане состоится заключительная партия матча за мировую шахматную корону, за которую сражаются российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китанец Дин Лижень. Пока в этом противостоянии счет равный 6,5 на 6,5. И если завтра не определится победитель, то всех поклонников интеллектуальных сражений ждет увлекательный тайбрейк. Наш шахматный обозреватель Эльмира Мирзоева расскажет о подготовке соперников к решающей битве. Шахматная жизнь в Астане продолжается. Сейчас мы находимся в игровом зале розыгрыша Кубка Казахстана. Это международный турнир, на который съехались представители самых разных стран. Здесь и шахматисты из Индии, из Штатов, ну и, конечно же, из России. Много российских гроссмейстеров. Они обсуждают, конечно же, главное действие. Это матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. И сегодня у этих двоих выходной. Дин Лижэнь у Яна Непомнящего. Но он только называется выходным. Понятно, что обе команды, и российского, и китайского спортсмена, сейчас проводит интенсивную дебютную работу, потому что у Дин Лижэня будут белые фигуры в 14-й партии. Это значит, что он будет рисковать, будет бороться за перевес. Чем ответит Ян Непомнящий, это большой вопрос. С большим интересом мы ожидаем начала 14-й встречи. Но я пока напомню, что если состоится ничья в 14-й игре, то тогда счет будет равным 7-7. И звание чемпиона мира определят по итогам тайбрейка. А тайбрейк — это быстрые шахматы. Ну что же, пока ожидаем 14-й партии. У Дин Лижэня белые, у Яна Непомнящего черные. Так что ожидаем с интересом.